Спать в 10. Это вообще ужас. Поэтому сомневаюсь, опять часов 5. Честно, я тоже так думаю. Но я надеюсь, да лучше. Да я думаю, что просто у меня не хватит сил сейчас тут сидеть долго так. Витаю. Да еще рано, еще рано. Или витаю, типа, привет. Вот, ну посмотрим сейчас, что оно будет. А где Артемка, который самый главный бунтарь? Ну, на спорте который. А что это он с группы выходит, заходит, что это за битки? Мне нужна будет от тебя одна просьба чуть позже. Окей, ебать, смотря какая, конечно. Мне не жалко. Спасибо за подписки. За подписки. Пишите мне, короче, время. Потом, когда чуть-чуть останется. Чтобы я вообще понимала. Хотя, я, наверное, увижу сообщение от кого-то, и я пойму правильно. Гроши потребнее, конечно. Еще бы жалко было. 46 уже. Боже, как время летит быстро. Какой-то ужас. Добрый вечер, добрый вечер. У вас тоже, да, добрый вечер? Фу, боже, короче, это полный ужас, вот эта погода. Почему они снег не убирают, даже в центре? Скучала очень, очень скучала. Ну, я не понимаю вообще этого прикола. Сегодня будет не зеленый. Чего? Я тоже так думаю. Спасибо за огонечек. На зеленый? Думаешь? Не знаю, честно. Вот в том году, короче, на день рождения моего, я была такая убита. Я поспала, наверное, часа 4. Да, и вот было жестко. Надеюсь, в этом году я сейчас высплюсь. Боже, у меня щеки начали гореть. Кто-то вспоминает. Не хотят умирать. Сам скоро растает, правильно? Уверен. Вот, и, короче, шо? Хочу в этом году реально выспаться, чтобы быть в настроении, знаете. Ну, хотя, по факту, мне все равно вообще на этот день, не знаю почему, вот как-то... Не знаю, не то настроение. Блин, почему реально щеки начали гореть? Моментально, знаете, вот так вот, бэм. Ну, у меня вот тут, кстати, выбрали уже снег. Вроде. Да. А что, нельзя было везде убрать? Особенно в центре. Я вспомнил. А, круто, круто. Уже 3 года не праздную. Жесть. Как так-то быть? Я думаю, посидим где-то до часа, может, в эфире и полегаем. В какой воде? Оу, ой, извиняюсь. Извиняюсь, Саш. А что это ты зашел ко мне на эфир, боже? Это что-то новенькое, это давно уже. Типа, ну, короче, не заходишь. Я даже удивился. Я не знаю, у вас аватарки похожи. Типа, у него там белые какие-то циферки, у того тоже что-то белое, непонятно, с черным. Вот. И оно как-то иногда вот так вот бэм, и глаза вот так вот что-то путают. Блин, ну скажите, ногти крутые. Совсем одинаковые. Да оно похоже, когда, типа, не настраиваешь зрение сильно. Не буду бы, может, послышалось. По-любому. Короче, только шоу, постирала вещи. 2 стирки, вы прикиньте. И это только черное. Я не знаю, откуда взялось так много вещей. 10 минут. О, круто. Вот так вот. Вчера, кстати, тоже был прикольный эфир. Ну, сегодня точнее. Такой, знаете, с приколом.
Фу, ну что, я устала. Жесть. Типа, знаете, вроде у меня есть сила, вроде так расслабила. Ну, типа, что щеки начали гореть. Вспоминают крыски. Правильно, правильно. Главное, чтобы... Ладно, ничего не буду говорить. Боже, ну погода это просто какой-то ужас. Нормально будет, не переживать. Так я не переживаю, чем не переживать. Смотрите, какая у меня подставка крутая. Яканец испанская, боже. Тут бы на русском нормально разговаривать. Но на украинском. Короче, на тебя похоже. Нормально так. Новая девушка. Вот и завид. Саш, ну это жесткие цитатки уже погнали. Да по-любому. И он сидит, еще слюни пускает. Думает, боже. Боже, боже. Кстати, слушай. Так а что за просьба будет? Мне ж интересно теперь. Как бы... Непон. Мне сегодня попал видос с подкатом то тем. Каким? Потом узнаешь. Ладно. Мне тоже, хотя я там не при делах. Артём, привет, что ты? Я кайфую. Снайпер, привет. Из подкатов я знаю только подкат. Заливала, конечно, конечно. Покажи ногти. Такие вот. Как всегда. Правильно, правильно, правильно. Фу, что-то у меня всё, меня расслабило по-дикому. А, ты пока ты еще удалила, все поняла. Что-то знакомое. Ты шо, мне пойдет такой маник? К тебе, конечно, он всем пойдет. Слава богу. Угу. Какой теме? Там все подряд. Нет одной. Завтра поеду делать. Кого? Что ничего не понимаю. А, ногти делать, все, поняла. Не работает. Так, 7 минуток. Да-да. Блин. Не знаю, мне кажется, вы дольше, больше ждете, чем я. Мне как-то вообще не знаю. Как-то все равно, что ли. Вопрос жду. Завтра надо видео какие-то красиво поснимать или послезавтра вообще даже. Что с настроением? Да я поспала очень мало просто сегодня. И я устала, 2 тренировки было. Куча дел вот так вот переделала уже, поэтому меня что-то рубит. Поснимаешь. Поздравляю потом батю, пойду поздравляю. Круто. Сколько лет? 18. Сейчас не очень дожду. Что-то вообще кента уже поздравил. Привыкаю говорить уже 19. Ну да. Ну это, блин, это сложно будет. Вы прикиньте, мне придется на эфире говорить 19. Это вообще, боже, ужас. Не хочу такое. 5 минут, реально, блин.
Мне уже 21 годик. Блин, капец, время летит. Вот так вот вся жизнь пролетает, понимаете? Да. Мне уже 21 годик. Так это же круто. Фух, что-то меня вообще... И морозит, знаете, все сразу. Будет в этом году 22. Тетя Каролина уже. Думаете? Мне бы ваши года тоже. Тут и переживаю. А что мне переживать, господи? Я не переживаю. Я хочу просто спать. Но я же говорила, что я выйду в эфир. Мне бы вообще на самом-то деле бы не выходило, потому что мне реально надо выспаться. 4. Вы будете прям каждую минуту писать. 3. Так иди спать. Да я скоро пойду. Ногти покажи. Такие вот. А сколько просыпаюсь? 10 утра. Да. Хотя, может, уже надо было... Не, ладно. Хотя вообще было бы хорошо. Ну да, на 11. Можно было бы еще раньше проснуться, но я не осилю. Я в 6:45, боже. Какие планы будут на день? Ботинки поехать купить. Угу. Потому что я выхожу в своих, у меня вот так вот 5 минут, все, у меня ноги насквозь мокрые. Двое носков, чтобы вы понимали. И не тоненькие, а такие, ну, как это, толстые. А прикинь, лег вчера где-то. Вау. Вечером поедешь? Не, мы днем едем. Ну, утром даже. Ну, типа, для меня это утро раньше было, но завтра это день. В планах... Не, в планах... Не, не это. 3? Ой-ой-ой. В кафешку? Конечно, конечно, едем. Всем табором. Или в Буковель? Да. Что? Для тебя утро это 12? Нет, для меня утро это... Ну, завтра для меня это день будет. Но вообще для меня утро это 2 часа дня. Вот так вот где-то. На всю жизнь. Так это же круто. Мне вот тоже надо отспаться, потому что у меня уже мешки вот так вот под глазами оказывается. Так организуй такие планы. 2 минутки. Вау. Как думаете, кто меня самый первый поздравит? Именно, типа, не в ТикТоке. Да, с дедушкой поеду. И с бабушкой. Да нет, я с Настей поеду. Я в понедельник заснул в 6 вечера и проспал почти 12 часов. А я недавно спала 15 часов. И я, боже, это вообще была жесть. Но мне кажется, Ашадер у тебя через 2 минуты, да, там, через сколько там. Ну вот, мне кажется, что... Я не знаю, кто мне первый поздравит. У меня много вариантов. Ну, немного, но... В том же... Родители дома останутся. Они все на работе. Ну, мама на работе, папа придет с суток. Здравствуйте, Карин. А что, уже все? Были, будто выхал. Минута. Артём, спасибо большое. Неважно, что раньше. Ну, у кого-то минута, у кого-то уже. У меня 0-0. Блин, прикол. Серёжа! Я первый. Серёжа, спасибо большое. Да по-любому Артём первый, все. Не обсуждается. Ой, я не могу. Но у меня горит все. С днем рождения. Спасибо. Блин. Я помню, в том году мы тоже так сидели. Только другим составом людей. Это была жесть. О, спасибо за хлопушки. Поздравляю, с днем рождения, с днем рождения. Спасибо большое. Каролиночка, с днем рождения, солнышко. С днем рождения... Боже, как много сообщений. Пускай
Давай, Артём, пока. Спасибо большое. Блин, у меня все горит. Это вы сидите меня вот это вот, понимаете, смущаете, крошки. Ой, капец. А что, мы Лео будем звать вообще? Пускай заходит. И Сэма. Потому что Сэм, кстати, у меня спрашивал в что-то в ЛС, типа, у тебя завтра день рождения? Вот, не знаю. Я думаю, он сольется. Между нами любовь. Слезы где? Мы не плачем. Мама зашла, да. Мам. Мамочка. Спасибо, мам. Ну, вообще. Фух, что-то не можешь. О, спасибо, Сережа. Я не видела, кстати, вроде этот подарочек. Но это новый подарочек. Блин, ну вообще. Конечно, мне будет все гореть. Поздравляем вас. Ой, какие вы прям вообще хорошие. Люблю тебя, мама, солнышко. Я тебя тоже, мам. И подарил подарок. Молодец. Прикиньте. Мне пришли сообщения, наконец-то. У меня голова начинает болеть. Только я потом прочитаю. Хорошо? Крошки, крошки. Жесть. Фух, я не могу. Все, сидим до часу ночи и лягаем спать, потому что... Надо выспаться. Сегодня, короче, у нас в зале какие-то были эти чеченцы, как будто. Они такие, знаете, жесткие мужики бородатые. Насыщенный день? Да это вообще не насыщенный день, боже, я вас умоляю. Самое главное, тебя поздравил. Ну, блин, вообще, Артём, по-любому. Короче, какие-то чеченцы, они какую-то странную музыку слушали. И так громко. Вика говорит, мы шо в дурдоме? Говорит, а прикинь, если бы они тут постоянно были. Она говорит, я бы сошла бы с ума бы тут. Ну, короче, такие мужчины непонятные. Вот так вот, да. Так я не знаю, их никогда не было. А тут ты шо? Чтобы отправить тебе поздравления. Наверное, какое-то сообщение не пришло. Вау-вау-вау-вау-вау. Что так холодно? Холодно, но у меня лицо просто горит. Булки. Это не мой, это по-любому. Это кто-то другой. Сама платит? Папулечка написал мне. Ха-ха, боже. Да, блин, а как вы думаете, Сэм что-то отправит мне? Я думаю, что не. Настя, привет. Да. Ну, может, какое-то сердечко. Не могу. Кстати, брови сделала. Вы заметили вообще? Привет.